В интернете появилось видео очередного пьяного дебоша на борту самолета. Кадры сделаны очевидцем. Инцидент произошел во время рейса Москва-Пхукет. Один из пассажиров, Вячеслав Исмаилов, учинил драку и вообще вел себя крайне агрессивно. Напал даже на экипаж. Игорь, сядьте, пусть они семья, сами разберутся. По некоторым данным, Вячеслав Исмаилов, предприниматель из Подмосковья, попытки усмирить его ни к чему не привели. Когда хулигану выдали письменное предупреждение, это только его еще больше разозлило. Командир экипажа принял решение немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту в Ташкенте, чтобы сдать нарушителя полиции. После посадки в Ташкенте в 2 часа 30 минут по московскому времени гражданин Исмаилов был передан представителем властей, освидетельствован на предмет алкогольного опьянения. И вместе с ним отказался от полета его спутница, гражданка Семочкина. Пострадавшим пассажирам Курбанову и Степановой была оказана медицинская помощь. После этого самолет прошел по маршруту следования, то есть Пхукет. Всего 3 недели назад подобный инцидент произошел на рейсе Москва-Хургада. Тогда пьяный пассажир Сергей Кабалов из Саратова избил стюарда за то, что тот требовал прекратить курить в самолете. Заведено уголовное дело по статье «Побои», но подозреваемого до сих пор не задержали. Он неожиданно продлил свой отдых в Египте. Российские полицейские ждут его возвращения, а Госдума тем временем готовит законопроект, который запретит россиянам проносить с собой на борт алкогольные напитки.